Я считаю, что ты не прав. На мой взгляд, Моцарт гораздо сильнее раскрывает драматургию в своих произведениях. Нет, брат, я с тобой не согласен. Возьмем, к примеру, увертюру Бетховена «Развалины Афин». Насколько там сильно выражена кульминация? Хорошо, а, к примеру, Моцарт «Волшебная флейта». Это же просто божественно. Я думаю, нам нужен нейтральный человек, который сможет решить, кто из нас прав. Я с тобой полностью солидарен. Давай после этой встречи позвоним Давиду, и он нас рассудит. Для вас есть новая работа. У нас появился новый должник. Он брал у нас 17 миллионов на 6 месяцев. А когда пришла пора платить, стал как-то грубо с нами разговаривать. Как нам нужно с ним разговаривать? Я думаю, мы больше не будем с ним работать. Поэтому на ваше усмотрение. Хорошо, давайте его адрес. Адрес и телефон здесь. Ваша доля стандартная, 3% от суммы. И постарайтесь не затягивать. Хотелось бы уже на этой неделе решить этот вопрос. Все понятно, вопросов нет. Тогда до встречи, парни.